Блин, надо, короче, я аж немножечко сам подобосрался, ребят. Что-то очень громкий донат, я сделаю чуть-чуть тише, потому что залетает эти 10 кэсов. А кто это? Подожди, тут мать в игре? А ты кто, моя мать? Реально с нами стрей играет? Плюс мать. Слушай, а ты откуда вообще? Будешь суппортить? Так, парни, у меня стрик очень большой, дайте мне лимит, пожалуйста. Не надо преувеличивать, не мужицкое это дело, преувеличивать свои стрики перед девушкой. Вот. О, поплыл один. Я не знаю, кого брать, а ты куда? Ты в харду идешь? Ну, блин. Да. Я даже не знаю, кого. Смотри сам, добери кого-нибудь просто, что на ком-то ебошишь, чтобы разваливать, и все. Так птицу забрали, я больше ни на ком не играю. Блять, кто там кричит на фоне у тебя? Это мой муж. Короче, там лансер есть, пацаны. Кто против лансера? Давайте, у нас есть эксперты по керри. Кто против лансера? Шейкера, бери шейкера в харду, идеальный вариант. О, бери шейкера, да. 100%. Шейкер, конечно. Он не банен, умница. Ту-ту-ру-ту-ту, вот он мой момент. Сыграть на свене против Феникса и получить пизды. Тарарай-рарай-рарай. Просто не знаю, я всегда, когда беру Свена, просто стрим-снайпера, они же сразу контрят. То есть у меня не бывает такого, чтобы я на Свене играл без линки и БКБ в запаче. Сейчас то есть момент, мне приходится делать и то, и другое сразу. Привет нашему клубу стрим-снайпера. Вот, давай, берите баунти, а Гримстрок возьми, а этого убьем. Этого убьем просто. Да ты бей его, братан. Еще один чардж, гоу. Ладно, дам. Я не хотел давать до последнего стан. Дефолтная линия, просто стоим, пердим, как бы. Отфармливаем по чуть-чуть. Блять, я поспешил. Да, я поспешил. А, не, нормально. Я поспешил, я хотел дать стан так, чтобы, собственно, сбить полет. А он, видите, у него же замах был. Он замахивался лететь, а я ему дал стан раньше чуть-чуть. Я сейчас попробую отвод сделать, просто дуа. Сосать. Пинакл, блядь. Что такое? Идем на 5к, блядь. Мы идем обратно, сука, на косарь, по-моему. Или откуда ты там? Ну, там, блядь. Стоим. Сосать. Обратно на косарик, съебались. Аж, блядь. Ну все, нормально. Все, а что такое? Я сейчас станом накрою, ребят. Просто бейте, меня не оставляйте. Я накрою сверху, он не спрячется. Ты мне отвод говорил сделать? Я говорю Alt-Enter, можешь нажать? И что будет? Ну ты нажала Alt-Enter? Ты нажала Alt-Enter? Да. Ну все, ничего не будет. Хорош, хорош. Неплохо. Свен тупо быдло. Живи. Беги. Беги. Все нормально, просто убегай, все. Хватит тут ебля вообще. Я отошел пока. Надеюсь. Да, откуда у него фаска, блядь? Я не знаю, взялась откуда-то. Можем? Ебать, их 4 здесь. Это нормально. Хотя глупый вопрос, конечно, это нормально. Даже. Я вообще не понимаю, что происходит, короче, лансера не хватает здесь, и тогда будет... Они тебя почему-то хейтят. Да я не знаю, почему. Они не хотят тебе проигрывать. Да я понимаю. Они не знают, какой просто у тебя саппорт хороший. Я, кстати, первый раз такого вижу, чтобы на линии стояло 3 сентрика, даже больше. 1, 2, здесь был и здесь кривой. 4 сентрика за 7 минут просто. Я не впервые вижу, у меня такое часто бывает. И 4 героя. Это просто трэш. Бара, зачем ты это делаешь? Зачем ты стоишь с нами? Если он с нами не будет стоять, то нам плохо будет. У нас же 4 героя. Ебать, а что их тут так мало? Я умер, кстати. Но это было красиво, братан. А вот и я.
как игра идет. А всем зрителям рекомендую зайти в телеграм-канал Собака Ямонин. Да, братиш, я ставлю, что ты такое вообще? Мне так даже неинтересно играть, это как будто, я не знаю, это не мой рейтинг, как будто, вот, что я думаю. Ну, так и есть. Рапаву дайте. Ну, игра-то интересная. Такого не бывает, Девушка в ахуе. Ты так никогда, что ли, не играла в нормальную доту мужицкую на этом рике? Просто редко бывает, чтобы вся команда была идеальной. Блин, парни. Блять, ну что вы делаете? Я просто. Файки не сразу перемещаются. Я не понимаю, что происходит. Такого не бывает. Так, тогда они, блядь, не смотрят этих плюсов. Что лучше взять, ребят? Вот я начал ходить по линии, но я просто умер. Ебать, а что их тут так мало? Я умер, кстати. Но это было красиво, братан. А вот и я, как игра идет. А всем зрителям рекомендую зайти в телеграм-канал Собака Ямонин. Да, братиш, я ставлю, что ты такое вообще? Мне так даже неинтересно играть, это как будто, я не знаю, это не мой рейтинг, как будто, вот, что я думаю. Ну, так и есть. Рапаву дайте. Ну, игра-то интересная. Такого не бывает. Девушка в ахуе. Ты так никогда, что ли, не играла в нормальную доту мужицкую на этом рике? Просто редко бывает, чтобы вся команда была идеальной. Блин, парни. Блять, ну что вы делаете? Я просто... Пальцы не сразу перемещали. Бля, маны не хватило. Я застрял. Мид кушать. Да. Бля, мне маны не хватило стандать дважды. Хорошо, блять, почти, я замахивался уже ударить, но нет. Хорошо, что. Нормально. Да, нормальный размен. Жук байбек, если жука еще убьете, цены вам не будет. Хорошо. Блять, что происходит в этой игре, в этом стриме, в этот день? Что происходит в игре? Кстати, это я по 10 идут байбеки, камбэки. Да я так и понял. Ты играешь и донатишь по 10 кэсов, да? Ну я с телефона закидываю. А, ну конечно, у тебя ник Эдик Грабитель, это очевидно было. Кста, алды тут? Ребят, ебаните, ну а вортекса дать. Хорошо. Просто по поводу ставок я уже вам говорил, что типа вы же сами ставите, у вас же бабки никто не забирает. То есть я, например, тоже как бы занимаюсь ставками, ну типа ставлю иногда, но я ставлю не для того, чтобы типа поднять денег, а просто для того, чтобы интереснее было смотреть. То есть у меня первоначальная как бы суть этих ставок, она не в том, чтобы поднять бабла, а в том, чтобы просто, ну как бы подогреть интерес к матчу. То есть я ставлю, и я не ставлю такие суммы, я ставлю, я могу там типа кэсик поставить. Давай посмотрим в конце игры, статистики. Я вот не понимаю людей, которые идут и ставят, так сказать, хаты там и так далее. То есть это ж очевидно, что рано или поздно ты проебешь. Ты сам отдаешь бабки на ставки. И ты, соответственно, от слова ставка ты соглашаешься с риском. То есть ты делаешь ставку, и ты можешь проебать. То есть ты сам отдаешь деньги. Поэтому в этом плане это только существуют люди-дебилы, а не ставки-разводы. Всегда подвижены. Блядский день. Бля, у меня маны нет. Ебутся коты. Блять, не, это какой-то пиздец, это пранк какой-то, может. Отходите, кто может. Олег, как ты играешь? Тебя донатов еще не разъебало? Вообще разъебало, если честно. Как бы я не знаю сам, как я играю, я просто заранее извиняюсь, пацаны. Задрал стиль. Гоу Рошана заберем, а Егу возьмешь, блядь, заебало. Хоть что-то полезное. Я уже не нападаю на меня теперь.
Бегу. Не, бегу. Я не сломаю яйцо. Бля, они не дают Рошана забрать. Хуесос надо на через скример. Я же написал, он создаст две группы и даст две разные ставки, тем самым наебав людей. И я это будут якобы этом, договорные матчи. Не дай наебать своих зрителей. Спасибо за донат. Ну, спасибо, что держишь курс. Я просто не знаю, что такое скример. Ты вот такими орудуешь понятиями. Я вот первый раз такое слышу, но я типа ставки делаю, но я не настолько, типа, знаешь, на опыте. Там, опять застилил. Скримеры. Давай Рошаегу отдам за это тебе. Блять, тут и жук еще. Черт. Ебать, он карапаси нажимает. Гитарист в деле! Скилл на пределе! Хватит меня хитца. Да ну нахуй! Это я, блядь, такой фартовый, поэтому тебе так много донатят. Спасибо, братан. Так тебе и на баше, по идее, прет тогда. Бля, братан! Как раз-то на баше не прет, бля. Что? А где он? Вот. Виверну добейте. Блять, просил же, добейте Виверну. В итоге она разбила сульта ебала. Хорош! Даст. А может крит ебучий дать разок? В кого-нибудь хотя бы, блять. Я уже многого не прошу, я просто хочу ебучий... Спасибо, блять, в карапасе! Ясен хуй. Да все нормально, пацаны, я просто крит дал. Не, мне нельзя на свенах играть, это не мой герой. Бля, я не знаю, пацаны, мне нужна помощь, чуть-чуть. Я вроде пизды дал, давай вон жук еще, жук еще. Даст ты, где? Нет, ну, ничего, бывает. Короче, знаете, обладаю информацией, что у Лансера нет байбека. Мапхак? Не, не мапхак, он просто байбекался недавно. Предлагаю пойти убить Рошана, взять сыра Егис и пойти. Забирай все, что... Все тебе, лишь бы ты ебошил, чтобы не боялся. Врывался, там у тебя Ега, сыр, все как надо. Да, спасибо, братан, все, теперь яйца. Яйца появились, да? Хорошо. Птицу убил, все, да. Идем, спокойненько. Поехали. Байбек от птицы. С меня... Бля, я БКБ не прожал. Почему я так много несу? Бьем? Бьем яйцо как? Не-не. Не, никто не может. Я ну, ладно. Ничего-ничего. Шторм сейчас соло все сделает. Там жук вас резнулся. Вот если жука убьем. Ой-ой-ой, как хорошо. Ну я до Талова, короче. Хорош. Птицу сбить. Хорош, пацаны, победа. Блять, птица. Как же они хотят выиграть. Скажи спасибо за игру. Спасибо за игру, пацаны. Мы еще не выиграли. Трон. Они хотят выиграть еще. Стан продлил, продлил, убить. Птицу сбить. Умираю, умираю, пусть убьет меня. Да все. Блин, это маска, вот прикиньте, если бы у меня вместо ПТ, точнее вместо маски было ПТ, я бы не отжирался, я бы умер в драке. Парни, всем лукасы, спасибо за игру, мне это четко было, я вообще охуевший сижу. Пока. Короче, если бы сейчас у меня было ПТ вместо этой маски, то все, я бы умер. А так я хилился, жил, так сказать.